Медицинские сестры отметили свой профессиональный праздник. Коллектив культурно-досугового центра «Молодежный» вместе с жителями округа подготовил подарок для одинцовских медиков. Концерт записывали удаленно, чтобы не нарушать режима самоизоляции. Посмотреть его можно на YouTube-канале культурного центра. Низкий поклон за ваш огромный, очень серьезный, очень важный и нужный труд. Сегодня эту концертную программу мы верстали так, чтобы у вас было хорошее настроение. Самая гуманная профессия – такое название получила концертная программа. В этот непростой период неравнодушные люди по мере силы возможностей пытаются поддержать медработников и делают все для того, чтобы эта поддержка была видна. Главнее всего погода в доме, а все другое – суета. Медсестры и медбратья признались, что получить такой музыкальный подарок им было очень приятно, и отметили, было бы здорово, если бы организовали еще детский концерт для всех или, например, конкурс рисунков. Концерт нам очень понравился. Мы очень рады, что он нас как-то хотя бы поддерживает, потому что нам в данный момент очень тяжело сейчас в таких обстановках работать. Также и хоть послушать можно, и даже в Ютубе. Спасибо на этом. Нам очень всем понравилось, все были в восторге от этого концерта. Медикам сейчас приходится очень непросто, и они не перестают нам напоминать. Пожалуйста, оставайтесь дома. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».